Отличный мужик. Надо брать. Премьера «Воскресенье». Да хорошо подумала. У тебя ни работы, ни жилья, ничего. Дмитрий. Наталья. Так это вам нужна сиделка. Меня ваша кандидатура полностью устраивает. Но я не уверен, устроит ли она моего отца. Сказал, что помощь примет только от близкого человека. Об фиктивной помолвке. А где вы познакомились? Хватит давить на мою девушку. До реальной любви всего один поцелуй. Кто тебя так учил целоваться? Давай, целуй по-настоящему. Ну, вот это совсем другое дело. Наташа, я люблю тебя. Найди себе другую дурочку. У нее свадьба через 3 дня. Да за 3 дня знаешь, сколько можно делов наделать? Нужна невеста с проживанием. В воскресенье в 18:00. На канале «Россия». Я дам вам лучшие рекомендации. Заплачу вам по высшему разряду. Нужно начать прямо сегодня. Тогда нам придется спать в одной комнате. Нужна невеста с проживанием. Премьера в воскресенье в 18:00 на канале «Россия».